такой, знаете, вкус детства, ряженка. Когда раньше в магазинах покупали, очень вкусно получается домашнее. Для начала нальем молоко в посудину, удобную для нас. Закипятили, пена поднялась, отправляем это все в духовку. Как минимум на 4 часа. Аккуратненько. Смотрите, вот эта корочка этого молока, это самое ценное, что есть. Оно действительно придает вкус. Вот, отлично. Друзья, все готово. Теперь берем домашнюю сметану. Буквально. Хорошая. Сначала попробовать надо. По 2 ложки в пол-литровую банку. Заливаем молоко. Смотрите, как оно утомило, с каким оно цветом. Ряженка будет просто вкуснейшая. Видите, сметана всплыла наверх. Теперь на этом этапе нужно хорошенько перемешать, чтобы это была однородная масса и сметана не выделялась в молоке. Друзья, конечно же, эту корочку молочную я ее добавляю в каждую баночку. Она придает своего вкуса, и в этом что-то есть. Накрываю просто пищевой пленкой. Можете накрыть приблизительно крышкой, ну не плотно, а просто можете прикрыть, чтобы туда ничего не попадало, не проникали насекомые. До утра оно просто на столе у меня стоит под полотенечком, и потом с утра я его ложу уже в холодильник, и оно там как бы дозревает. Друзья, ряженка готова, осталось только продегустировать и сказать свое мнение. Такой тонкий вкус топленого молока, такой, знаете, вкус детства, ряженка, когда раньше в магазинах покупали, очень вкусно получается домашнее. Спасибо за просмотр моего видеоролика, делайте по моему рецепту, после этого, как оно постояло в тепле, сохраняйте в холодильник, желательно чем-то накрыть, и до новых встреч, всем пока!